Здравствуйте, подписчики моего канала. Всем привет из Одессы. Вы угадали, мы сегодня опять с вами заглянем на привоз. Посмотрим, что почем, какие цены. Давно уже тут не были. Но сначала посмотрим, что творится на оптовом привозе. Тут цены поинтереснее. Почем фиолетовый? А белый? А беседку можно будет? Конечно. А такая игрушка почем? 30 лир. А это тоже? Ну, сейчас как тоже. По 30. Абрикос почем? 75 абрикос. Капуста 55. 15 и 28 большие. Ну, дыня 50 гривен. 12 пунчок. А помидоры? Я в смысле. Помидорка 28. Морковка 10. Буряк 10. 50 и 60. Корма пошла 50. Огурчик 55. И вот такой вот 60. Смотрите, какой лучок классный. 90? Лучок, вот такой 12. Морковка почем? Морковка по 10. Картошка 12. 60 и 65. Журавлина. Ягоды, перетертые с сахаром. Вкусно. А капусточка почем? 9 гривен мешочком. О, тыквочки какие почем. А тыква почем? Тыква 20. Класс. Чок. По 10. А морковка? Дорчики вот такие вот по 30. Вообще, как вы видите, цены на овощи очень хорошо пошли вверх. И снова на рынке появилась хурма. 10, 8, 11, 9, 6. Огурчик 60 гривен получается. Вот такая вот хурма по 80. Лучок такой по 100 крымский. Что такие зеленые? 17. 17. А красные? 23. 23. Вот это. Капусточка по 40. Помидорчик почем такой? 32. Что помидор такой? Помидорчик почем? 20 гривен помидор. Сливка вот такая по 25 пойдет. Такие яблочки. 15, да? Яблочко 15. А почем виноградик? 28. 35 и 45. 35 и 45. А перец почем? 25. 30. Итак, сегодня мы сделали с вами обзор цен на оптовом рынке привоз. Кому интересно, кто закупается овощами на зиму, вы все видели. Поэтому не забудьте поставить лайк и всем хорошего дня.